Всем привет, ребят! Сегодня я расскажу про вот эти вот странные сервера. Конечно, я их сейчас пытаюсь найти, но я не нашел. Очень жалко. Ну, так что вот, мои догадки, что это могут быть за сервера. Первая моя догадка. Это может быть либо баг Челапса, который, как всегда, не замечает свои баги. Ну, все равно, игра без багов – это не игра. Второе мое предположение. Это может быть взлом Чхунгана. Ведь не просто ли так? Разработчик может от нас скрывать это. Потому что это как-то странно, ведь. И эта карта называется «Секретная зона Челапса». Так, третья моя догадка. Это могут быть какие-то хакеры, которые получили код к этой карте и сломали. И я забыл вам кое-что сказать. Не забудьте поставить лайк на мой канал и подписаться, ведь для меня это будет понятно, то что вы любите смотреть мои ролики, и мне надо чаще делать такого. Ведь это для меня очень важно. Но мы продолжаем. И начали распространять это. Четвертая моя догадка. Челапс эту карту использует как для тестов, но просто, наверное, эту карту он нечаянно выпустил, и ее кто-то нашел и создал сервер. И так эта карта начала распространяться. Пятая моя догадка. С Чхунганом происходит какая-то фигня. И, может быть, не знаю, я сейчас, наверное, какую-то буду фигню нести, но Чхунган это мог сам сделать, потому что, ну, как бы, у Чхунгана много чего самого происходит. К примеру, ты такой играешь себе, а вот те, кто просто заходит на сервер, когда ты сделал на одного игрока. Такое бывает, да, ребят, у меня такое было, но это, не помню, когда это было. Вот так вот, короче, ребят. Это были мои догадки. Не знаю, может, я был неправ. Может, я был неправ, ребят. Если вы хотите мне еще всякие баги там, например, рассказывать или что-то еще, то пишите в мой телеграм-канал. Ссылка в описании моего канала. И в описании этого видео. Вот так вот, ребят. Это были мои догадки. И всем пока.